Всем привет, друзья, с вами Ночной Житель, и перед тем, как мы будем выживать, я предлагаю вам поохотиться вместе со мной вот на вот этих двоих свиней. Я думаю, это даже не свиньи, а какие-то дикие одичавшие кабаны, причем сильно мутированные, лазают в радиации, им даже толку от этого нету. А поковырялся я в своем небольшом снаряжении и нашел гранату, поэтому предлагаю начать в этот ролик запись его, это с метания гранаты в кабанов. Не знаю, насколько мне это поможет, но хотелось бы убить кабана гранатой. Плюс, я думаю, у меня есть еще ружьишко, которое мне обязательно поможет. Сейчас вот только спрыгнем с поезда. Да, не сдох. Я на это очень надеялся, что не сдох, но, к сожалению, я перегружен, поэтому передвигаюсь очень медленно. Сейчас сразу приготовим гранатку. Вот она, наша граната. И... Так, граната, ружье, да? Нет. Вот, болт. Нет, нет, сюда что ли? Нет, тоже не то. Так, граната, ружье. Все, граната. И возле экскаватора там еще что-то есть. Насколько я понял по своему компасу, там показано, что кто-то сгинул и находится в аномалии рюкзак. А достать его тяжело. Но я попробую его достать, правда, не обещаю. То есть, в основном в аномалию я еще ни разу не совался, как таковым. Если совался, то я дох. И нет у меня специального костюма, который позволяет мне лазить в радиации. Сейчас только найдем свиней. Я думаю, от них можно будет запрыгнуть на какую-нибудь трубу, тогда мне будет легче. И уже с трубы пробовать их расстреливать. Вот на эту трубу можно будет запрыгнуть. Сейчас подождем свинюшек. Или попробовать выманить их, если они сагрятся. Я, правда, не знаю, вдруг они решат убежать от меня. Вот одна свинья уходила вправо, одна свинья, вон она. А, вот еще одна, ё-моё. Держи, свинья. Я что-то смотрю, свинья, вообще от этого ничего не произошло. Правда, я немножко не докинул, но охотиться на свиней надо. Может быть, что-нибудь с них дают, я еще ни разу не пробовал. Где мое ружье? Вот оно. Ну что, попробуем с двух стволов завалить свинюшку. Кабан бежит, 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 бежит. Ой, отлично, отлично. Ой, хорошо. Я, кстати, думаю, что надо будет снаряда 3-4 потратить, патроны на них, только потом я уже их завалю. Так, ну свиней мы завалили, посмотрим, что у нас там возле экскаватора лежит. Аптечки есть, все есть, а вот что лежит, неизвестно. Может, что-нибудь приятное, бонусное такое. Что это такое? Пятно. Не, не то. Вот где-то вот здесь вот лежит, а где я пока не врублюсь. То есть пока не вижу. Может, в самом экскаваторе, может, на самом экскаваторе. Так. Прям показано, вот прям... Прям где-то вот здесь вот. Может, надо на экскаватор как-то залезть? Хотя, я думаю, навряд ли я на него залезу. Здесь очень неудобно. О, залез. Так, ну, в кабину я явно, наверное... А может, и залезу? Нет, в кабину не залезу. Хочется мне узнать, что же там лежит. Так, я, правда, не пойму, где оно там лежит. Хотя бы знать, куда лезть. Возле... Да. Под ковшом. Но это, наверное, надо с той стороны залезать под ковш. Под ковшом, под ковшом. А, попробуй выпить водки. У меня есть немножко водки. Вроде она помогает залезть. Водка производит компания GKS. Хорошо пьется, заметно снижает воздействие радиации, однако злоупотреблять ей не следует. Короче, у меня есть 4 бутылки, одну мы сейчас выпьем. А, сожрем, наверное, так, консервы я уже все сожрал. В принципе, я целый. Попробуем под ковш залезть. Где тут? Чё? Блин, я даже не вижу, где можно посмотреть. Ой-ой-ой-ой. Ну вот, возле ковша нахожусь, но... Ну нифига. Мне только радиация долбит. И все. Так, сейчас, короче, сожрем аптечку. Сожрем еще одну бутылку водки. И попробуем еще раз посмотреть последний. Ну, если не прокатит, то не буду рисковать.
потому что где-то под ковшом. А где под ковшом? Даже непонятно. Я уже не знаю, как туда залезть. Я уже гореть начинаю. Нет, ладно. Фиг с ним, с этим ковшом. Не буду лезть, не буду рисковать. Все, уходим. Так, по стрелочке у нас что там? Нам надо двигаться на агропром. В агропроме там что-то у нас должно быть интересное. Насколько я помню, какие-то там то ли документы, то ли какие-то бонусы приятные. Надо только сменить ствол с ружья на гадюку. У меня вроде на нее патронов было нормально. Да, 201 патрон. И пистолет. Так, вот он мой пистолет. С глушителем я оставил на всякий случай, хотя, по идее, хотел его выкинуть. Есть у меня какая-то тут экспериментальная модель, но она, экспериментальная модель, лучше. Чувствуется прям и точность лучше, и отдача меньше. Но, к сожалению, на экспериментальной модели у меня нету глушителя, который мне очень нужен. Был бы глушитель... Ух ты, братан, ты меня прям ждешь. Отлично. Один есть. Не ожидал я его так близко увидеть. Я думал, где-то надо будет наверху его смотреть. Так, вон еще один. Бежит. Так, все. Он наконец заметил. Надо будет огрызаться. Так. Вот сейчас бы, конечно, не помешала граната. Была бы граната, можно было бы его... Так, 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 тихо, 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 тихо. Сколько их? Такое впечатление, что двое было. Прям два выстрела подряд. Хотя вроде бы и один. Вон он. А, нет, двое. Так, кто не успел, тот опоздал. Следующий. Пистолет, конечно, шикарный. Отлично. Троих снял. Ну, я в основном забираю только аптечки. И... Так, это что такое? Снижает воздействие радиации на организм. Ну, не буду брать. Патроны заберу. И патроны... Не знаю, зачем патроны на ружье собираю. С ружьем не хожу, но все равно собираю. Вот эту манию у меня есть постоянная. Собирать все ресурсы, какие попадаются. Я уже, кстати, перегружен неплохо. Вот патронов 500. 500 патронов. Ну, куда можно столько собирать? Такое впечатление, что я на час собрался тут где-то биться. Все, что могли, собрали. Можно, кстати, пока есть возможность, сожрать, допустим, колбасу. Я еще ни разу не пробовал торговать с другими сталкерами, чтобы получить от них что-нибудь там. Водку, может, хотелось бы мне получить, еще что-нибудь. В основном они все деньги предлагали. У меня была единственная скидка. Ну, не скидка, а возможность поторговать. Продал я что-то там, бутылку водки, еще какую-то фигню. То есть он мне денег предложил. А я хотел бы получить что-нибудь там. Так. Перейти в другую локацию. Ну, давай попробуем. Эй, мужик, помоги мне! Военные собираются перебить группу крота! Нам нужна помощь! Да ладно, ладно, помогу, помогу, не нервничай. Черт, это военный десант, там же наши! Где? Где, 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 где? Пошли! Сейчас! Че, в него стрелять надо? Ох, ни хрена, два вертолета, их там человек 10 будет. Блин, а у меня силы-то особые нету. Ага, вот оно, наше поле действия. Вояки слева, короче. Надо будет на них слева нападать. Я понял, понял. Давай быстренько, быстренько. Так, ну-ка, 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 кто тут? Только это кто, военный или сталкер? Так, это пацаны наши, да. Так, есть что вообще в автобусе? Полезное что-нибудь есть? Так, короче, скорее всего, это обычные полусолдаты-срочники. Окей. Смотри, а вояки крепкие. Почти магазин входит, он все равно не падает. Так. Че, ребят, что будем делать? А
Что вы делаете? Зависли, что ли? Дай ему прикурить, я обойду. Давай, давай, давай. Убила мужика! Ты. Блин, сталкера потеряли. Сейчас. Погодь. Где вы, засранцы зеленые? Не вижу. Откуда стреляет? Так, здесь вот в углу. И кто-то с дробовика долбит. Так, вон там еще один. Вот здесь вот еще кто-то перемещается. Не попал, далеко. Ладно, прекратим в игрушки играть. Возьмем что-то более-менее нормальное. Тем более по патронам, я думаю, здесь вообще не просяду ни разу. С учетом того, что у вояк огромное количество патронов. Так, не знаю, кто это лежит. Но домик как оборонительная позиция очень отличная. Кто ты такой, друг? Что у тебя есть? Патроны есть, аптеку заберу. Все, больше мне от тебя ничего не надо. Сколько вояк? Кстати, на радаре у меня вояки не отображаются. Хотя они вроде бы должны быть здесь. А, мне же налево. Побежали. Здесь можно, наверное, наверх залезть. Полезли. Так, и сверху у нас отличное будет преимущество. Нет, не туда. Куда-то сюда. Так. А смогу обойти сверху? Было бы очень отлично, если бы сверху обошел. Так. Чё, я не пойму, что он не умирает. Все, умер. О, пацаны, а вы что, зависли, что ли? Да никуда он не денется. Вы это видели? Они, короче, меня не с этой стороны ждут, поэтому они зависли. Все-таки есть, конечно, минусы у этой игры. Но такого я не ожидал. То есть три вояки стояли куда-то в стенку, целились. Все, полезли. Три солдата. Уничтожены. Так, еще. Вот здесь вот с правой стороны один. Да и не один. Давай. Так, ну что, попробуем дальше отвоевываться. Ну-ка. Так. Да где он? Вот он. Отлично, один есть. Чувствую, патронов здесь будет просто как грязь. Так, нет. Жизнь. Еще. Все, отлично, я даже двигаться быстрее начал. Мне надо подняться наверх, скорее всего. Так, еще один. Вот дробовик мне вообще не нравится. Так, то ли наверх. Да, скорее всего, наверх надо подниматься. И сидит он там где-нибудь в комнате, даже мне нифига не помогает. На помощь! Да иду. Где ты тут? Здравствуй, друг. Братцы, я тут! Ага. Выручайте! Где он? Я тут. Ну, выручили тебя. В чем проблема? Эть. Крота же вроде зажали, да? Или еще кто-то есть? Ты что там лазишь? Так, спасти крота. Ну, нашел я крота, и что с ним делать? Ну, здорово, крот. Что с тобой? Ты даже со мной разговаривать не хочешь. Что за фигня? Наверное, я еще спасибо, не всех... Спасибо, друг. А, все. Выручил ты меня. Одной ногой на том свете уже стоял. Ага. Послушай. Военные не оставляют дела недоделанными. Скоро здесь будет спецназ. Нужно уносить ноги и побыстрее. Побежали, я тебя выведу. Ну, пошли. Показывай дорогу. Давай. Куда побежали? Мы так-то еще тоже здесь не всех военных завалили, поэтому... Убегать тоже будет проблематично. Что у них есть? Сейчас быстро соберу, что у них есть. Так, гранату. Аптеки. Хотя у них тут дохрена что есть. Эй, где мой друг? Квартет, я ястреб. Пока чисто. Двигаюсь вперед.
Так, бежать сюда, да? Что-то он быстро как-то убежал от меня. Если я правильно понимаю, куда бежать. Так. Вот это вертолет. А где мой дружище? Фух, тут тихо. Можем подождать, пока рейд закончится. Серый... Ну, я просто не мог заползти, не заползти в этот подвал. Вот просто чисто теоретически не мог. У меня, к сожалению, ствол уронил. У меня вот только фонарика, кажется, нету. Но... Так, кто-то здесь лежит. Есть что у тебя взять? Ружье, патроны, бинты, аптека, бинты. Все, больше нет ничего. Надо бы где-нибудь фонарик добыть. Оба, ливер вы... Сам ты ливер. Засранец. Ливер, говорит, вырос. Или вышел. Так, ну одного я убил. Что у нас здесь, ступеньки? Так, еще есть. Сейчас, пацаны, погоди. Держи. Подарочек вам сверху. Отлично. Ой, как там бахнуло-то. Так, есть желающие свинца покушать? Есть. Там и не один, я-то в одного стреляю, а там еще один был. Ух ты, блин, мазафака, вот это они меня раскидали. Так, последнее сохранение. Да, продолжи. Прям обалденно. Классно, что он зашел со стороны, то есть чувствуется такой вот небольшой адреналин. Потому что они не полутупые боты, которые, в принципе, действуют по определенному заданному маршруту и не ходят никуда. Так, здорово, друг. Тебя я помню. Еще один. Так, второго не успел грохнуть. Кстати, тут, может, ящик есть. У меня гранатка была. Ага. Отлично. Что-то бахнуло. Наверное, еще парочку зацепил. Так, 20 патронов. Вот это вот вообще ни в какие ворота не лезет. Попробуем калаш. У калаша 47 патронов. А, пистолет. Да. Будет, наверное, пистолет, потому что патронов у меня на все мало. Да. Собираю, короче, патроны в основном, как я понял, на пистолет. Надо с этим завязывать. Можно сожрать пока батон и поставить пистолет. Ох ты, зараза. Да ё-моё! Вот это поворот. Нет, надо сейчас, короче, самое последнее сохранение загрузить. Сейчас все будет нормально. Стопудово вообще будет все нормально. Я просто здесь первый раз, я здесь ни разу не был и чувствую определенный интерес в этот момент. Срисовали нас! Ага. Кстати, военные что-то как-то разговаривают. Если я понимаю, что это военные, как-то не как военные. Наверное, все-таки это не военные, нифига. Так, вот здесь вот сейчас один будет. Сейчас прям чувствую, как он вылезет. Давай, 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 где ты мой родной? Нету больше гранат, к сожалению. Есть бинокль. Биноклем не кинешь. И я надеюсь, что как только я их грохну, мне что-нибудь дадут полезное. Блин, красное же было. Отлично. Какой-нибудь комбез бы мне хотелось. Отлично. Молодцы, сосиски. Прям по очереди все выходят. У меня еще 468 патронов. Так, ну еще человека. Ух ты, вот в таком прицеле неудобно стрелять. Макушечку ему прям. Бум. Так, ну. А, блин, еще один. Хотел сказать, все, можно заходить. Там еще два, кстати. Нифига не один. Очень надеюсь найти фонарик. Просто как на ману небесную надеюсь.
Есть, все, кончилось. Нет, еще есть. Вернуться за наградой. Да погоди ты со своей наградой, у меня тут крысы какие-то подземные стреляют в меня. Так, ну все, вроде всех убил. Это, кстати, бандиты. Так, аптечка, батон. Так, погоди. Мне бы что-нибудь, фонарик на ствол какой-нибудь. Так, нет, пузырь не могу оставить. Кстати, там кто-то накидывает. Причем так неплохо. Так, что у вас тут есть? Ничего нету. Труба. А что они тут охраняли тогда? Или они тоже здесь прятались? Может, они от военных прятались? Так, это куда выход? Какой-то не такой выход. Не, по-любому что-то должно быть. Что-то спрятано. Так, это не знаю, что такое. Но туалет больше похоже. Так, это дверь, да? Не открывается. Нет, не открывается. А что они тут делали? Кстати, а вот это что было только что? Что за белая полоса пролетала? Или мне показалось? Вот отсюда. Вот я прям точно вроде видел, оттуда что-то пролетало. Что здесь такое? Нет, что-то ядовитое, не нравится мне это. Ладно, будем подниматься, ни хрена мы здесь не нашли. О, нифига себе. Вот это место тут. Так, где мои болты? Так, где болты? Вон болты. Погодь, а здесь можно пройти между вспышками, да? Да, можно пройти. Я только не знаю, надо ли мне туда или нет. Конкретно не знаю. Нет, наверное, не буду пока лезть. Надо вернуться, будет получить награду, а потом уже спускаться сюда в подвал. Чувствую себя какой-то полуподвальной крысой, которая ни хрена не видит в темноте, но все равно что-то ищет, что-то исследует. Так, погоди, а где мой вход? Что-то только один здесь вижу вход. Или он и есть один? А, нет. Вот этот мой, да? Да, вот он. Так, ну что, выходим наверх. Сейчас найдем крота, получим бонус. Спасибо, друг. Выручил ты меня. Одной ногой на том свете уже стоял. Ага. Послушай, военные не оставляют дела недоделанными. Скоро здесь будет спецназ. Нужно уносить ноги и побыстрее. Тебя выведу. Угу. Фонарик дай. На, получай! Блин, друг, прости. Я же забыл, что в тебя стрелять нельзя. Эй, мир. Айда мир. Айда мириться. Где он? Блин, я забыл, что в него стрелять нельзя. Я чисто случайно нажал. Ну, блин, мне придется его убить. Я не хотел бы его убивать. Айда мириться, друг. Вот это да. Вот это исход. Я же не хотел его убивать. Эхо-хо-хо-хо. Вот так вот. Хоть перезагружайся с последней контрольной точки. Ладно, что сделано, то сделано. Смотрим, куда нам надо-то. Так. Ох, сколько точек-то тут. Здесь что у нас такое? Свалка, да? Обещал он меня куда-то вывести. Только вот куда? Что здесь такое? Меченый. Так, а здесь что? Украсть документы. Погоди, а я куда-то пришел почти, да? Вот сюда вот мне надо. В подвальчик. То есть мне должны были вывести, но я немножко не успел. К сожалению. Здесь еще какая-то точечка есть.
Чё тут такое? Чё-то лежит, да? Сбежал с базы, ну их в баню, лезть под пули сталкеров. Спрятал шмотки в трубу в завале. Пересижу, пока не улетят, потом заберу. Завал. Так, ну-ка, погоди. Сюда, да, я как понял? Нет. Так, все. Сейчас должен я выйти на какую-то трубу. Только винты меня напрягают. Где-то здесь какая-то труба должна быть. Наверное, вот здесь вот, на этой остановке. Что тут у нас? Ага, что-то есть. Что-то вижу. Скрыть тайник. И чё? Где бонусы мои? Нифига нету ничего. Пустой тайник, зараза. Ну, на вояк пока выпендриваться не буду. К сожалению, расколотил я своего друга, крота, который должен был мне помочь. Это вот плохо. Не хотел я этого делать, видит Бог. Но так получилось. Ну что ж, считаю, что на этой грустной ноте можно закончить серию. Вот и случился тот момент, когда я убил первого сталкера, причем чисто случайно, по собственной глупости. Хотел я с ним помириться, но что-то не было такой возможности. Не знаю, в дальнейшем не хотелось бы мне сталкеров убивать, потому что игра так-то заточена на то, что мы будем выживать вместе против военных и бандитов. Но так вот получилось. Не знаю, узнает ли об этом кто-нибудь или нет. Эх, нехорошо. Ладно, всем спасибо, ребят, за внимание. С вами был Ночной Житель. Пока-пока.